Да, есть готовность. Угу. То есть подрядная организация «Севзапах», «Электростроймонтаж» производила земляные работы по прокладке кабеля 10 кВт от подстанции до дома Криковская, дом номер 20. Работы на производство земляных работ было получено разрешение, было получено согласование всех предприятий, имеющих инженерные сети, то есть они в законном порядке производили работу. И тем не менее, при прохождении методом наклонного бурения района, в котором располагался газопровод, газопровод был разрушен и произошла авария. А конкретно сейчас точно сказать причины, почему произошла авария и какая из сторон виновна, пока не представляется возможность. Это будет выводы сделаны соответствующей комиссией, которая будет работать по данному вопросу. Сейчас фактически аварийно-восстановительные работы на самом участке газопровода закончены. Проводятся подготовительные мероприятия для пуска газа. И в ближайшие часы газ будет подан в газопровод и, соответственно, подан на центральную котельную. После чего центральная котельная запустится в работу и будет начата подача горячей воды жителям города. Серьезная проблема, конечно, возникает с подачей газа в жилые дома непосредственно к потребителям, расположенным на квартирных жилых домах. Здесь работа очень сложная. Запуск будет производиться по каждому стояку, поэтому просьба к горожанам при необходимости обеспечить доступ к квартире, если это потребуется. Для проведения этой работы Ленооблгазом привлечены специалисты из других городов. Сейчас общая численность сотрудников Ленооблгаза, которые будут участвовать в пуске газа, она превышает здесь более 100 человек, в том числе привлеченного персонала из Волосово, Сланцев, Гатчины, Соснового Бора, то есть из ряда городов Ленинградской области. Будет проводиться плановый пуск. Исходя из наличия жителей в квартирах и так далее, из тех ситуаций, которые будут складываться, пуск газа планируется завершить в течение до конца этих суток, то есть в течение дня. Поэтому еще раз обращаюсь вот и к жителям, те, кто прочитает это сообщение, если будет необходимость допуска в квартиры, обеспечить допуск квартиры представителям службы газового хозяйства.